Hi guys. I'm in action nice. Здравствуйте, с вами я, Сергей Родионов, вы на канале Finishing Group, и я вас... Друзья, приветствую вас на канале Finishing Group, с вами я, Сергей Родионов. Сегодня у нас будет маленький обзор на полировальную машинку. Это машинка бренда Max XT, это наш бренд. Вот, по форме, по виду, там, соответственно, по всему функционалу, как в этой машинке, как аналог почившего, скажем так, покинувшего нас бренда Fistool Shinex, если вы помните такую машинку, вот, либо там, допустим, 3M, раньше такая тоже была машинка. Значит, что по характеристикам? 1200 Вт, от 150 до 2100 оборотов в минуту. Вот, как бы из особенностей то, что действительно на самых маленьких оборотах крутится не быстро. То есть для, я знаю, как бы для некоторых ребят это прям таким как бы является решающим фактором. То есть надо, чтобы прям крутил совсем чуть-чуть. Вот, для какого-то вида работ это, наверное, будет полезно. Вот. Собственно говоря, сейчас что-нибудь тирану. Вот, мы посмотрим ее как бы в работе, да, в общем-то, и если кому прям захочется ее вживую посмотреть, как я обычно говорю, у меня есть эта возможность, да, приезжайте ко мне, пробуйте, там, тестируйте, да, заходите в магазин и покупайте. Вот, поехали. Кто-то там в пирог этот вишневый, да, тыкал, да, да, я вот, так сказать, это, ну, как... Ну, как сказать-то? В силу, так сказать, свою профессию, свою пальцы в другие дырки. Потому что забился носик. Его не просморкать. Поэтому приходится сувать пальцы в разные отверстия. Кстати, вот по горячим следам, что называется, хочу сказать, что очень удобно расположена кнопка регулятора оборотов. То есть она находится прям как бы вот на пальце, что называется, да, то есть кнопку мы нажимаем, пальцем регулируем, вот, и, соответственно, фиксатор фиксируем. Вот, и очень как бы удобно действительно прям кнопочка расположена, не кнопочка, вернее, крутяшка, скажем так. Вот, есть также в комплекте ручка для боковой поддержки, как бы, да, ну, мне она как бы не нравилась никогда, то есть я люблю как-то вот саму машинку держать. Вот, поэтому вот так, такие наблюдения. Ну, ассистировала мне, как всегда, паста G3 Premium от компании Farikla. Прекрасная паста, одношаговая, то есть все как бы вот подрубила, сняла, сполировала, в общем-то, одной пастой и одним кругом, все, и до свидания. Собственно говоря, вот на этом, наверное, все. То есть машинка хорошая, рабочая, не тормозит, там не буксует, не, так сказать, при надавливании не останавливается, то есть своих как бы оборотов она, свои ворота она держит, то есть там 200 как бы без проблем, вообще нормально. Поэтому вот такой коротенький обзор, в общем-то, на наш Max XT полировальную машинку. Спасибо за ваши просмотры. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.